Государственном музее искусств имени Абылхана Костеева состоялось открытие экспозиции заслуженного деятеля искусств Республики Кыргызстан Талгата Мирахимова «Мотивы Азии». Собрано было в течение 5 лет. Основные работы 17-го года. На полотнах художника древняя земля уйгуров, родина Талгата, берега Иссык-Куля и горы Нарына, природная и рукотворная. Каждый образ, предметы тщательно вписаны в композицию и созданы с особой теплотой к дарам щедрой природы. Талгат Мирахимов родился в городе Кульджа, Синьцзян-Уйгурского автономного района, но в детстве с родителями переехал в Кыргызстан. Окончил Фрунзенское художественное училище. Много лет являлся участником многочисленных выставок в Казахстане, России, Узбекистане, а также в странах дальнего зарубежья – Бельгии, Болгарии, Германии, Иране, Люксембурге, Турции и Франции.